городской администрации прошло заседание советов депутатов городского поселения города Амурск, где перед действующими депутатами стояла задача избрать своего председателя и его заместителя. Казалось бы, только 10 сентября амурчане голосовали за достойных, по мнению каждого, кандидатов в депутаты. А сегодня уже перед действующими представителями народа стал вопрос об избрании председателя Совета депутатов городского поселения город Амурск. На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края, решений окружных избирательных комиссий о признании кандидатов депутаты Совета депутатов городского поселения город Амурск избранными депутатами, территориальная избирательная комиссия, на которую возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления городского поселения город Амурск, решила признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселения город Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края состоявшимися и действительными. Установить, что в Совет депутатов городского поселения город Амурск избрано 20 депутатов по одномандатным избирательным округам. Председатель территориальной избирательной комиссии Елена Шевчук поздравила всех избранных депутатов и вручила им удостоверение, после чего голосованием было открыто заседание. За предложенную повестку дня. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Повестка принимается единогласно. После разъяснения правил открытого голосования депутаты, из 20, их присутствовало 19, перешли к избранию председателя. Было выдвинуто две кандидатуры – Зоя Михайловна Былкова и Олег Геннадьевич Пермяков. Большинством голосов пост председателя Совета депутатов городского поселения город Амурск занял Олег Геннадьевич Пермяков, чей опыт работы на руководящей должности более 20 лет. Он является членом партии «Единая Россия». Избиратели отдают ему свои голоса в течение вот уже трех созывов, то очень авторитетно в данном вопросе. Благодарен всем, кто поддержал меня. Да. Я с уважением отношусь к тем, кто голосовал за Зою Михайловну. У меня нет никому претензий, абсолютно. Я с каждым, если я могу смотреть прямо в глаза, каждому. И у меня нет никому никаких претензий, абсолютно. Зоя Михайловна хорошо работала, и абсолютно, у меня нет с ней конфликтов. Я надеюсь, что после, вот сейчас мы встретимся, обговорим все тонкости. Я всегда говорил, что и скажу, что председатель совета, самая основная его задача, по мне, это связь между администрацией и депутатами, чтобы мы могли предоставить вам всю необходимую документацию, чтобы привести тех специалистов, которые могли разъяснить наши вопросы, и чтобы каждый из вас сам проголосовал. Каждый из вас избран избирателями. И каждый из вас имеет такой же голос, как и я. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами продуктивно работали. У нас впереди бюджет, и мы смогли правильно это все принять. Второй вопрос у нас тоже достаточно важный. Это выборы слеп один очки. Выборы заместитель председателя Совета депутатов городского поселения город Амурск. Депутаты выдвинули двух кандидатов – Сергея Провозина и Андрея Швецова. Большинство голосов за Сергея Провозина. Яна Бобровская, Иван Манойленко, Игорь Кузнецов, телеканал «Амурск».